Всем привет, с вами Пенни Прец, и это Изи Дроп. Вот, я, короче, вчера, я только потом после видоса, ребята, кстати, понял, что четверг-то будет на следующий день, только это сегодня. Вчера было третий день, поэтому сумма окупа у меня побольше на 250, чем я там сказал в видосе. Вот, и еще в комментариях мне там часто пишут, что, блин, у тебя, походу, жесткий минус на сайте, да? Вот, на самом деле у меня жесткого минуса нету. То есть на сегодняшний момент у меня сайту должен где-то 16 или 17 тысяч. То есть я в плюсе на 16 или на 17 тысяч у сайта. Вот. Я, честно, я не знал, что будет ли он мне вообще выдавать после того, как я там плюс 10к сделал за неделю. Вот. И тем не менее он продолжает выдавать. Вот. Ну а как будет сегодня, мы посмотрим в этом видео. Ну и, конечно же, разыграем тот сочный скинчик, который я вчера продемонстрировал. Давай начнем с фришек. Я сегодня крутил второй фри кейс, и с него нихуя путнего не выпало. Ну, самый сочный оттуда скин был, это был осадок. Вот такой скин это был со второго фри кейса. А тут нитро будет, да? Но это 60 рублей, это хорошо. Слушай, нихуя, что мне все... Так, короче, я сейчас стараюсь мат использовать по минимуму. Вот, но только вот вторая гроза. Слушай, ну нитро это нормальный скин. Ну, нитро это же нормальный скин, да? Все, тут нельзя. Второй фри я открыл. То есть все, да? С утра я там закидывал, открывал. А, ну что? Так, а ты доступен, нет? О, 500 рублей, да, да ты надоел мне что-то, 500 рублей, все вот это насыпает. Давайте точно так же, вот. Подожди, случайное, это запрещенное случайное. Я думал, оно это, 149, да? А мы-то вот, случайно засекреченное. Сейчас крутанем случайно засекреченное, потом крутанем ширпу снова. По сути, я уже свой Д подбил сегодня, да? Как? Лама-пушка. Ну, это не окуп, конечно, да? То есть, это не окуп, но... ну, как понять, не окуп? Сорян, отвлекся там маленько. То есть, нитро это я уже деп свой отбил. Потому что я депал 250, опять с промокодом тем самым. Давай посмотрим, чем шерпа удивит. Чем шерпа... Сможет ли вообще шерпа удивить после вчерашнего? После того, что там вчера она выпадала просто. Сможет ли шерпа удивить? Ребят, не знаю, там... Конечно, в комментариях вы там все... Ой, в комментариях. Вы, наверное, из названия видоса все поймете. Но можете пока сейчас погадать, подумать, а удивит ли нас шерпа. Не, ну это окуп, это однозначно сегодня. То есть сегодня снова окуп. Это хорошо, это всегда приятно, да? Всегда приятно, всегда хорошо. Ох, ты ж вот здесь остановилась, было бы чудно. Опа, вон еще там место преступления мне ручкой помахал. Не, ну да, это два дня в подряд, если выпадет место преступления, ну, это пипец будет, жесткая прям, это будет жесткая жесть. Так, ну мы продаем вот это все, это мы оставляем, все, что дороже 40 рублей мы оставляем для контрактов. В воскресенье будем на стримчике там что-нибудь мутить, крутить. О, ну это 49, за 200 вряд ли выпадет. А, 54. Ну, 54 тоже хорошо, да? Ну, тем не менее, я считаю, ширпакейс он дает достойно. То есть, я считаю, ширпакейс достойный выдает дроп. То есть, с 6 рублей их 10 падает, ну, как бы в легкую. Вот, еще один прозрачный полимер. Вот. То есть, как бы, считаю, x10 в легкую падает с 6 рублей. То есть, это, ну, это я считаю классно. Я считаю классно. Либо, может быть, блин, либо, может быть, чё? Чё? О, хоть на апгрейд есть что-то сегодня. Вот, и кстати, ребята, знаете, что меня огорчило? Что у меня вчера после этого места преступления 10% апгрейд залетел. Вы это даже никак не заметили. Совершенно просто проигнорили. Проигнорили 10% апгрейд. Как будто для вас это стало чем-то обыденным, естественным, постоянным, как будто это то, что происходит каждый день, вам это уже надоело, и даже вообще никак не отреагировали. То есть это меня очень сильно огорчило,
Я решил, что на следующей неделе я не буду делать никакого быстрого розыгрыша. Вот как-то так решил. Ох ты, какие... Слушай, ну тут все скины сочные. Все скины сочные. Подожди, ну-ка, сколько сейчас мне навыпадывало за сегодня? Так, вчера я остановился на... Вот, это я с... Подожди, нет. А, я с нитро начал. Вот, с нитро. 234, 286 там, да, это 500, блядь. Ой. Короче, сложно мне считать, не хочу я считать. Блин, я, может, думаю, может быть, вот это все, наоборот, продать, вот эту всю чепушню, да, то есть... Не, давай до воскресенья дотянем. Давай дотянем до воскресенья. Дотянем до воскресенечка. Воскресенечко. Элитный мастер. Давай тебя. Элитный мастер. Мастер-ла-мастер. Мастер-ла-мастер элитный. Еще разок попробуем, давай. Я вчера, короче, наорался. Сегодня у меня что-то голос маленечко хрипит. Как-то под... Чувствую, что что-то не так с голосом. Чувствую, что... Ну, давай вот юспич. Юспич. Нормальный такой. Юспес. 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 Нормалдовый такой. Так, давай ты. И... А тут юспичей нету, да? То есть, давай вот закрученного еще. Сегодня я закрученный разыгрываю. И посмотрим, что да как. Нет, этот не долетит. Не долетит. Так, ну да, вчера 10% же дало, скажет. А сегодня... Он скажет, а зачем тебе сегодня 10%, да? Скажет, ты, по-моему, обнаглел. Коринфяны почти за 4 сотки. Ну, это нормально. А этот мог бы долететь, если бы захотел. Но он не захотел. Он не захотел. Так, и на что, сколько сейчас доступны? За тридцатник ничего тут больше нету, да? Вот, отсюда все начинается. Раз, два, три, четыре. Сколько это все? Ну, на 600 сейчас. Вот, получается, сегодня я закинул косарь. Сейчас уже 600 на балансе. Ну, в 500 я в чистом в плюсе. Вот, ребят, поэтому... То есть я сейчас в чистом в плюсе на 500. Блин, розыгрыш, ё-моё. Ребят, короче, розыгрыш, USPS, вот этот вот, USPS закрученный. То есть сейчас выберем победителя. Забыл совсем, чуть это забазарился. Выбираем победителя. Что надо было сделать? Надо было подписаться на канал, да. Причем, кстати, я не говорил в этот раз, что надо быть подписчиком от одной недели. Просто достаточно быть подписанным на канал. Иметь открытый профиль, конечно же, чтобы тебя это все распознало. Вот, поставить лайкос там видосу, который участвовал в розыгрыше. И написать комментарий. А вот в комментарии надо было, чтобы было минимум 5 слов. А сейчас мы узнаем, кто выполнил все эти условия и кто заберет вот этот вот отличный юспик, который прямо с завода, между прочим, понятно? Который прямо, между прочим, с завода. Ну и кто ты? 13. Это кто? Full Cyber. Full Cyber. Прим участие в розыгрыше. Желаю всем большой удачи. Молодец. Лайк у вас есть. И подписон. Долго ищет, значит, есть. Долго ищет, значит, есть. Ой, как долго ищет-то. О, и подписал есть. Full Cyber. Или Full Кибер. Короче, дружище, брателла, я тебя поздравляю. Находишь свой комментарий вот здесь вот. Я его найти не могу. Короче, находишь вот здесь вот свой комментарий. А, вот, нашел. Вот сюда под ответить скидываешь трейд-ссылку свою. Скидываешь свою трейд-ссылочку. А я тебе отправляю твой выигрыш. Вот. Ну все, ребята, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока и до новых встреч.